Всем привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Я заметил, что вам нравятся очень простые блюда, легкие и в тот же момент, чтобы было очень вкусно. Сегодня на ужин я готовлю крылышки. Необычно и очень реально вкусно. С красивой, золотистой, коричневатой корочкой. Очень интересный, стоит попробовать. Готовьте вместе со мной. Не забывайте также подписываться на канал Шустрый Микс, где я готовлю очень вкусные соусы. Недавно вышел обалденный вкусный соус к мясу, к шашлыкам, но его также можно использовать к салатам и к любому виду мяса. Начинаем готовить? Поехали! Взял чуть больше килограмма крылышек, помыл, почистил. Нет, ни перышек, ничего. Чистые, идеальные крылышки. Теперь нам нужно отрезать эту вот часть. Она нам не нужна. Ну, в общем, начинаем работать. Разрезаем крылышко по суставам. Эту часть мы выкидываем. А вот эти части будем жарить. Самые вкусные, самые смачные. Обожаю вообще крылышки. Бомба. Хорошенечко солим крылышки. Перчим. Обильненько. И минуты 2-3 хорошенечко промассируем. Также понадобится нам целая головка чеснока для ароматизирования масла. Отправил сковородку на плиту. Добавляю грамм 30-40 подсолнечного масла. Отправляем чеснок. И пару веточек розмарина. Ароматизируем масло. Таким способом масло получается очень ароматным. И на таком масле просто приятно жарить любое мясо. Отдает обалденный аромат. Просто шикарно. Я не знаю, друзья, если вы еще не пробовали, попробуйте. Бомбический. Чеснок и розмарин оставляем. И отправляем буквально через 3 минуты. 2-3 минуты. Курятину. В моем случае это крылышки. И начинаем жарить. Обязательно с каждой стороны обжариваем по 3 минуты. 3 минуты прошло. Перевернули. Прям каждая крылышко переворачиваем. Так, чеснок уже отдал свои вкусы. Забираем его. Также розмарин тоже убираем. Я уже 2 раза перевернул. Теперь накрываем крышкой. И ровно 3 минуты пускай жарится под крышкой. И еще раз нужно перевернуть. И снова накрываем крышкой. И еще 3 минуты. Вот и приготовили мы с вами обалденный вкусный соус. Смотрите, какой обалденный. Все, отправляем к крылышкам. И поливаем наши крылышки. И начинаем переворачивать. Они сейчас пропитаются в соусе. Это просто вкуснотень.
Так, нам нужно еще под крышкой прожарить их минут 5-6. Все это готовится на среднем огне. Цвет какой красивый стал. Ага. Я думаю, по виду уже понятно, что крылышки получились просто на ура. Так что, друзья, обязательно приготовьте. А я сейчас буду пробовать. Ну что, друзья, давайте попробуем. Шикарные крылышки, друзья. Нет слов, обязательно попробуйте. Обязательно делитесь этим рецептом с друзьями и, конечно же, комментируйте. Мне очень приятно, не забывайте. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Не забываем подписываться на мой второй канал Шустрый Микс. Пока.